Привет. Что? Я говорю, привет. Привет. Тебя как зовут? Меня? Елена. Красивое имя. А меня зовут? Олег Сергеевич Кривцов. Дежурный инструктор. 30 лет. Разведен. От первого брака двое детей. Мальчик и девочка. В клубе работаешь недавно. С понедельника. Не понял. Да расслабься, Кривцов. Я владелец этого заведения. Что у твоего анкета? Тебя, кстати, менеджер по персоналу предупреждал, что флирт с клиентами у нас не приветствуется. Простите, но я совсем не то имел в виду. Я хотел вам... Ладно. На первый раз прощаю, но на будущее ты все-таки имею в виду. Кстати, классная прическа, Кривцов. Кто-то она телефон не берет. Долго еще тренироваться-то? Не знаю, Илья Валерьевич, но вообще-то пора бы уже. У нее ровно через час интервью на телевидении. Интервью, говоришь? Значит, опять трубку не возьмет. Ведь я тут слышал, она деревообрабатывающий завод в Макаревске собирается покупать. Илья Валерьевич, вы лучше эту тему с ней лично обсудите. Вы же знаете, Елена Андреевна не любит, когда... Я понял, понял. Бизнес-секреты. Я, собственно, чего звонил-то? У нас с Еленой сегодня годовщина знакомства. Юбилей, можно сказать, 10 лет. 10 лет? Поздравляю. Мы с ней договаривались вечером встретиться по этому поводу. Просто хотел еще раз напомнить. Женщины вечно ведь все забывают. Короче, ты ей передай, что я буду ждать ее, как и договаривались, в 19:00 в ресторане. Понял. Обязательно передам. Давай. Вить, это что, коньяк? В 11 утра? Не рановато? Ну, это я для тонуса, если так можно сказать. Всю ночь с документами по заводу работал, честно. Голова вообще не соображает. Елена Андреевна, сделал как обычно. Спасибо, Слайк. Ну и как там с документами? С документами все в порядке. Там кое-где нужно вашу подпись поставить. Скажите, а к чему такая спешка? Может, мы на следующей неделе поедем и все спокойно разрулим? Нет, ведь мы поедем в Макаревск завтра рано утром. Сейчас мне на телевидении, а ты подготовь, пожалуйста, документы. Я приеду в офис и все подпишу. Понял. Кстати, Илья Валерьевич только что звонил, просил передать, что ровно в 19 часов будет ждать вас на месте. Отлично. Поздравляю. С чем? Ну как же, у вас же сегодня годовщина знакомства. Точно. Я забыла. Сегодня же 5-е, да? Так, мне пора бежать. Это я конфискую. А это тебе. Елена Андреевна, это вам от Ильи Валерьевича. Спасибо. Узнаю Илью. 10 лет прошло, он все такой же. Ладно, поехали на канал, опаздываю. Что, барышни, доброе утро. Сыпа, сыпа, сыпа. Ну что, дружочек, привет. Просох наконец. Хорошо, сейчас тебя подправим. Андрюш, включай телевизор. Быстро. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Павлова. Ее смело можно считать успешной современной женщиной.
Жители столицы наверняка знают сеть спортивных клубов и фитнес-центров под брендом «Елена Спорт». Но не все наши зрители знают, что Елена также является организатором фонда «Милосердие для всех». Узнаешь, стерву? Итак, Елена, вы родились в небольшом городе и после окончания школы переехали в столицу, самостоятельно поступили в университет на юридический факультет и закончили его с красным дипломом. Все верно? Да, был такой факт. Потом вы работали 2 года следователем прокуратуры в небольшом городе районного значения. Так точно. Скажите, а почему вы ушли из прокуратуры? Думаю, просто поняла, что это не мое. Работа следователя – это скорее образ жизни, чем профессия. Здесь нужен определенный склад характера. И вы решили попробовать себя в бизнесе? Да, и не жалею. Поняла она. Ну, ты понимаешь, она поняла. Что ж так долго доходило-то, интересно, а? Засадить невинного человека в тюрьму, а потом вдруг она поняла. Ой, зла не хватает. Перестань, это было давно. А чего перестань-то? Ну чего перестань? Я девчонка еще была, а помню, как отец говорил, один нормальный мент был во всей округе, Андрей Золотов, и того подвели под статью. И она ж подвела. Левые показания свидетелей, взятка это была липовая. Она и просто следачка была, работала с бумагами и все. Ее вины тут нет, тут другие люди постарались. Она сама девчонка была. Андрюш, ты ее что, выгораживаешь, что ли? Послушай, я ее не выгораживаю. Пожалуйста, давай закончим этот разговор и все. Ну, она красивая, правда, стерва. Но этого не отнять. Ты знаешь, я чуть не заметил. Подлизывай. Это я тебе борщ сварила. Ты поешь, пока теплый, а я вечером тогда приду. Послушай, я допоздна в мастерской буду, поэтому давай лучше завтра. А я с утра съезжу на рыбалку, рыбки пожарю. Куплю бутылочку белого вина. Ну, завтра так завтра. Только не обижайся. Не, не обижайся. Люблю я тебя, Андрюш. Я побежала, а то на работу опоздала. Я не очень люблю говорить на темы личной жизни, но вам отвечу. Нет, у меня нет детей, и в данный момент я не замужем. Лео, ты, как обычно, шикарно выглядишь. Давай выпьем за твою красоту. За тебя. Я так соскучился. Я тоже, Лёш. Сегодня вспоминала, как мы познакомились, помнишь? Море, солнце, Юрмала. Да. Ты выходишь на берег, как Афродита из пены морской. И все мужики смотрят только на тебя. Ну, не все, не преувеличивай. К тому же я тогда была на 10 лет моложе. Ну, перестань. С того времени совсем не изменилось. Лен, поехали после ужина ко мне. Прости, Илюш, я тоже по тебе очень соскучилась, но у меня завтра сложный день. Рано утром выезжаю в Макарьевск. Кстати, о Макарьевске. Я слышал эту историю, ты собираешься покупать деревообрабатывающий завод. Зачем тебе это надо? Но у тебя же нет опыта в этой сфере. Да, тут ты прав. Опыта у меня нет. Зачем тебе тогда это надо? Лёш, прости, это очень лично, я
Я как-нибудь в другой раз тебе расскажу, ладно? А как ты вообще узнала про этот завод? Ты что, специально интересовалась? Что-то со мной не посоветовалась. Нет, все получилось случайно. Бывший владелец завода умер, и тот по наследству перешел к его дочери. А она – жена моего давнего знакомого, Саши Сикорского. Он дипломат, работает в меди. Да мне вообще повезло. Там какой-то бизнесмен местный в Макарьевске хочет этот завод купить. Предлагал больше денег, но я попросила Сашу, и он по старой дружбе говорил со своей супругой. Она продает этот завод мне. Лен. Ты очень близкий мне человек. Очень. Ты это знаешь? Знаю. Послушай добрый совет. Не нужен тебе этот завод. Поверь мне, не нужен. Гешефт сделать там не получится. А вот серьезные проблемы поиметь можно. У меня есть к тебе другое предложение. Я тут в Болгарии присмотрел один участок. Хочу обустроить горнолыжный курорт. Мне очень нужен компаньон, которому я мог бы полностью доверять. Илья, предложение очень заманчивое. Но я уже приняла решение. Пойдем лучше потанцуем. Как думаешь, добазарится он с ней? Ты понимаешь? Он в этом не меньше нашего заинтересован. Вообще, я слышал, что это бывшая следачка, отмороженная наглухо. Серьезно? У Степанова с ней был совместный бизнес, а когда он с нами стал работать, с ней развязался. Боялся, что она может что-нибудь заподозрить. Ну, купит она завод, ну и что? У нее свои заморочки, у нас свои. Ты что думаешь, она про наши дела не узнает? Она же не дура. Быстро цепочку размотает. Завод должен отойти человеку, с которым мы сможем договориться. С ней договориться не сможем. Столько лет с прошлым хозяином все ровно было и на тебе. Кажется, Валерич едет. Скажешь? Она не согласилась. Стареешь, Илья. Совсем разучился с женщинами общаться. Ну что ж, придется мне самому этот вопрос решать. Вось, я твои методы знаю. Мы же договаривались, помнишь, что для меня ничего не должно случиться. Ну, раз договаривались, значит, ничего не случится. На связи. Вася, серьезно. Руку убрал. Что-то ты, Илья, стал нервный какое-то в последнее время. Ты валерьянки попей.
Говорят, помогает. Ничего не случится с твоей женщиной. Все будет с ней нормально. Мне лишнего шума не надо. Ну что ж, предложу нынешней хозяйке такую сумму, от которой она не откажется. Бывали проблемы и похуже. Все, давай. Заткнулся бы ты уже. Голоса у тебя нет и слуха тоже. Да ты сам заткнись. Из-за тебя полтора часа потеряли. Так что сопи в две дырочки и не встревай. Чего это из-за меня? Был там мост? Был. Я же говорил, есть навигатор. Его придумали для таких тупых, как ты. А ты я короткий путь знаю, я короткий путь знаю. Слушай, я в этот чертов Макаревск весной ездил, и был там мост. Ну и где он? Куда он делся? Ну, а я откуда знаю? Ну, может, местные из ближайшего села на дрова растащили. Ты сам до села. Не было там никакого моста. Да. Так, замолчите оба. Краеведы нашлись. Имейте в виду, если к двум часам мы не будем на месте, я вас убью. Ясно? Ну что, Шумахер, приехали? Витя, уйди. Крестом Богом прошу. Что там у вас? Да вот, Елена Андреевна, колесо пробил. Да что ж за день-то сегодня такой, а? Сначала этот Сусанин, теперь... Чего ты стоишь? Запаску бери. И давай побыстрее, мы опаздываем. А ты не командуй, а иди и помоги. Капитан! Эй, капитан! У вас что-то случилось? Можно и так сказать. Колесо пробили. Бывает, запаска-то есть. Вы местный? До Макарьевска сколько ехать? Часа три через лес, но там дорога очень плохая. Сколько? А быстрее никак? Никак. Только если по прямой. По прямой-то как? Ну как? По реке. У меня на лодке около двух часов занимает. Капитан, у меня к вам деловое предложение. Я очень опаздываю на встречу в Макарьевск. Может, вы меня подвезете на этом своем судне? Заплачу, сколько скажете. Шутите? Да мне сейчас не до шуток. Ну что, берете меня на борт? Долго еще? Витя, не стой над душой. Скажи Елене Андреевне, через 10 минут поедем. Итак, Золотов Андрей Евгеньевич, сотрудничать со следствием вы не желаете? Почему желаю? Знакомьтесь с протоколом допроса. Послушайте, я действительно 5 числа встречался с Михеевым. Но я никаких две или сколько там, 3000 долларов
У него не требовал, не получал. Хорошо, допустим. А что по второму эпизоду? Ну, это вообще бред. Я со Смирновым последний раз полгода назад виделся. Вот этот предмет вам знаком? Конечно. Ну, это пиратский фрегат. Он очень похож на флагманский корабль Эдвард Тича. Ну, по прозвищу «Черная борода». А корабль его назывался «Месть королевы Анны». Нет, отличия тоже есть. У Тича было 40 пушек, тут 36. И паруса не... Откуда он у вас? Так сам сделал. Ну, хобби. В детстве ходил в судомодельный кружок. И где эта модель у вас хранилась? В моем рабочем кабинете. А что? Потрудитесь объяснить, каким образом в этом паруснике было обнаружено $3000. Вот протокол обыска. Ну что, едем? Да. Прошу на борт. Извините, секунду. Осторожно. Присаживайтесь. Елена Андреевна! Через 10 минут можно будет ехать. Я поеду водным транспортом. Не люблю опаздывать. А вы давайте догоняйте. Когда будете в городе, сигнализируйте посредством сотовой связи. Да, ну, а как же... Капитан, отдать швартовую. Есть отдать швартовой. Опа. Что-что? Погода портится. Это плохо. Да вы просто капитан очевидность. Вообще-то меня Андрей зовут. Долго сидеть собираетесь? Дальше все равно не поплывем. Что значит не поплывем? Может быть, дождь сейчас закончится. Вы слышите, как гремит? В грозу очень опасно на реке. Вы мишень для молнии. Давайте, вылезайте, мне лодку надо вытащить. Послушайте, капитан, мне нужно прямо сейчас в Макарьев. Меня там ждут, ты понимаешь вообще? А, то есть мы уже перешли на ты? Ну хорошо. Значит так, слушай меня. Вылезай из лодки. Живее! Давай, быстро, быстро. Ты посмотри, что творится. А, еще час назад на небе ни облачка не было. Да уж, прям апокалипсис какой-то. Да мы-то ладно. Как там Елена Андреевна, одна в лодке. Хоть бы беда никакая не случилась. Ну что там? Да что, связи нет. И ключи дома. Там глубина, обрыв. Пусти. Хочешь нырнуть? Да. Пусти, маньяк. Тихо, тихо. Успокойся. Скажи ты, в детстве косички носила? Что? Я говорю, в детстве у тебя косички были? С бантиками, да? С бантиками. А еще ты мечтала, что попадешь в беду и тебя спасет прекрасный принц на белом коне. Было такое? Было. Ну так считай, что он – это я. Ну, коня у меня нет, я его на лодку поменял. Все будет хорошо, пойдем. Куда?
Замок Черной Бороды. Пошли. Смотри, вроде правильно едем. Там перед мостом развилка, и нам направо. А вот абориген нарисовался. Сейчас у него и спросим. Добрый вечер! Вот и наш дом. Поднимайся. Ну и заходи. Что стоишь? Заходи, не бойся, давай. Давай, располагайся. На. Надень это. Чего стоишь? Снимай с себя все и бросай на пол. В смысле? Послушай, я на тебя не смотрю. Переодевайся, пока воспаление легких не схватило. Давай. Сейчас тепло станет. Сейчас. Трофимыч, давай за нас. За бродях. Я пас. Че, спекся, старый? Ну ладно, я один выпью. Я уже возле Трофимыч. Сейчас разберемся. Я понял. Лось, я понял. На связи. А, это ты. Водку будешь? Водку не пью. Трофимыч, нажрался уже, что ли? Ну, как видишь. Все, как договаривались. Мне что сказано было? Замочить всех, кто в машине. Ну, типа, там два мужика и баба должны были ехать. Только бабы там не было. Как это? Не было. Вот так не было. Шмотки женские были в багажнике, а бабы не было. Ты чего не пургу несешь, Шарпей? Была баба. Наши пацаны их в столице пасли. Своими глазами видели, как она в тачку садилась, и ты мне говоришь, бабы не было. Отвечаю, не было бабы. Когда тачка остановилась, водитель стекло опустил. Но я мужиков и зажмурил. Думал, она на заднем сиденье. Стекла у них тонированные, и дождь еще. Ни хрена не видно, сколько людей в салоне. Дверцу открыл, а сзади нет никого. И что мне делать? Сделал, как договаривались. Снял регистратор, документы и телефоны. И портфель забрал с собой. Котлы жмура. Мой трофей. Оставил себе. Ты же не возражаешь? Ствол где? Слышь, самурай, подвязывай, а? Я же тебе не школота, в болоте утопил. Документы бабы в машине были? Неа. Все пересмотрел. Шмотки ее в багажнике, в сумке были. Документов не было, телефона тоже.
мы разберемся. Что делать ты собираешься? Еще денек у Трофимыча перекантуюсь. А там есть пару точек. Ты не переживай. Понял. Ну тогда прощай, Шарпей. Ну, бывай. Я могилку уже вырыл. Поможешь? До места дотащить. Да не вопрос. Ты извини, у меня хлеба нет, но сухарями тоже, как говорится, пойдете. Я смотрю, у тебя тут запасов. Ну, а как ты думал? Я тут постоянно рыбачу, иногда несколько дней живу. Кстати, на, пей. Это водка? Я не буду. Это спирт. Считаю, что это лекарство. Давай, пей, не бойся. Главное, залпом. И сразу не выдыхай. Давай, 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 давай. До конца. Вот, закуси. Спасибо. Спасибо. Ты был прав, тепло такое пошло. Капитан, ты же меня споил. Чего ты смеешься? Споил и радуется. Вообще, после всего, что сегодня между нами произошло, ты обязан на мне жениться. Шучу. Но репутация у меня, конечно, подмочена. Ночую с незнакомым мужчиной непонятно где. Ты же, наверное, женат. Супруги, что скажешь? Нет, я не женат. Странно. Слушай, капитан, а что за дом это, а? Ну, мне этот дом в свое время еще отец показал, когда мы с ним здесь рыбачили. И о нем никто, кроме тебя, не знает? Сам удивляюсь. Хотя много людей по лесу шастает, и охотников, и рыбаков. А когда я сюда приезжаю, я чужих следов не нахожу. Как интересно. Может, он заколдован? Может. Ну что, Лен, давай ложиться спать. Ты ложись тогда на кровати, а я вон на полу лягу. Стоп. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я тебе не говорила? Так это… Ну… Ну, парень на берегу называл тебя это… Елена Андреевна. А, Виктор. Да. Называл. Ты прав, Андрей, нужно спать. Что будет завтра, вообще непонятно. Да утром разберемся. Личности установили? Пока нет, товарищ полковник. Ни денег, ни документов, ни телефонов, ни банковской карты в машине не обнаружено. Думаешь, ограбление? Возможно. Сейчас вон сколько отморозков развелось. Мэрс не угнали, а телефонами не побрезговали. Машину пробили? Так точно. Машина числится на Елене Андреевне Павловой. Кстати, очень непростая женщина, товарищ полковник. Владеет сетью спортивных клубов в столице. А лет 15 назад работала у нас следователем прокуратуры. Павлова, та самая. Да. О, тогда у нас серьезные проблемы, капитан. Кстати, эксперты считают, что третьим человеком в машине ехала женщина. В багажнике сумка с женскими вещами. А в салоне на заднем сиденье бутылка минералки. На ней следы губной помады. Ну, пока еще рано делать конкретные выводы. Ну, где она, эта женщина? Почему два трупа? Пока непонятно. Ну, работаем, товарищ полковник. Работаем. Значит так, прочеши мне вот тот лесок и докладывай каждый час. Каждый, понял? Так точно. Действует. Есть.
Павел Григорьевич, доброе утро. Полный бак забрать. Зинаида, здравствуй. Здравствуйте, дядь Паша. Случилось чего? Андрей пропал. Какой такой Андрей? Мой Андрей. Он вчера утром на рыбалку уехал, обещал к вечеру вернуться. И до сих пор нет. Ну, а погода вчера вы сами видели. И чувствую прям, что случилось что-то. Ну, не реви, не реви. Ну, ты ему звонить пробовала? Да не берет он телефон на рыбалку. Не знала я, Зинаида, что у тебя есть кто-то. Давно с ним живешь? 2 месяца встречаемся. О, серьезно. Успокойся. Скажу я своим хлопцам, найдут они твоего мужика. Как его фамилия? Золотов. Андрей Золотов. Золотов? Это не наш бывший участковый, который за взятку сидел. Дядь Паш, он не виноват, я знаю. Интересно, интересно. А куда он рыбачить, говоришь, поехал? А он обычно куда-то под Ванчурово ездит. Под Ванчурово. Ну да. Хорошо. Так вот. Ну где же она? Это я хотел бы тебя спросить, где она? Ты знаешь такого персонажа Андрей Золотов? Золотов, Золотов. О, участковый, конечно. На всю голову отмороженный. На меня рыпался. Ну чего, зона она и не таких вылечивала. Сейчас живет тихо, мирно. А что такое? Зинка Гусева, дочь моего дружбана школьного. У нее сейчас Золотовым шуры-муры. Говорит, что вчера утром он уехал на рыбалку под Ванчурово. Обещал к вечеру вернуться, до сих пор нет. Ну и что? Павлова это на зону его и упрятала, когда следачкой была. Ух ты, как интересно. То есть ты хочешь сказать, что он вычислил ее раньше Шарпея и похитил? А может, просто грохнул? Мотив железный, месть. Ну. Мотив действительно железный. Хорошо, а почему он этих двоих не убрал? Да черт его знает. У мертвых, как известно, не спросишь. Да.
При любом раскладе на этого золота мы можем повесить двух этих жмуров. Подфартило нам с тобой, шериф? Ведь золотого ни к заводу, ни к нашим делам не пристегнешь. Отлично. И следствие, и Степанов будут довольны. Но для начала нужно его найти. Да. И Павлову тоже. Живую или мертвую не имеет значения. Проснулась? Доброе утро. Доброе утро. Я тебе кофе принес. Кофе? Ага. Да ты волшебник. Только осторожно, горячий. А сахар есть? Извини, сахара нет, но зато каша есть, овсянка. Правда, на воде, потому что молока у меня тоже нет. Такое сокровище? И не женат? Тебе из одежды что-то подобрать нужно. Я выкинул твою одежду, потому что она превратилась в хлам. А в город в таком виде ехать, наверное, не камильфо. Посмотри, вот в этом сундуке. Вот. Мои старые шмотки. Ну, не Версачи, конечно, но зато чистые, сухие. Посмотри, может, что-то подойдет. Спасибо. Сань, вон, видишь, лодка? Давай к берегу. Что скажешь, его лодка? Да бес его знает, а. Может, его, а может, не его. Здесь лодок у каждого второго. Толстый, иди сюда. Смотри, что нашел. По-моему, здесь дальше следы. Ой. Толстый. Готова? Ну, как я тебе? Да. Как говорится, эффект превзошел все ожидания. Черт. Вода есть, пол помыть? Да, в бочке за домом. А ведро? Ведро вон в предбаннике, я принесу сейчас. Да нет, теперь моя очередь работать.
пиратский фрегат. Он очень похож на флагманский корабль Эдвард Тичи. Ну, по прозвищу «Черная борода». А корабль его назывался «Месть королевы Анны». Это чье? Мое. А почему такой тон? Вы Золотов? Андрей Золотов? А мы что? Опять на «вы»? Вы же меня сразу узнали, так? Вы сразу узнали, кто я такая. Узнал. Мне кажется странным, что человек, отсидевший 6 лет за преступление, случайно встречает следователя, который засадил его за решетку. Кажется. Дальше что? Не подходи. Назад! Назад, я сказала! И как вы оказались в том месте? В каком том месте? Я всегда там рыбачу, уже много лет. А, то есть вы думаете, что я специально подстроил нашу встречу, да? Я это допускаю. Допускаете. Вы сами напросились ко мне в лодку. Я из вас силы-то не тащил. К тому же я не волшебник, я бурю-то вызывать не умею. А то, что нам пришлось сделать вынужденную остановку, так моей вины в этом нет. Если б я хотел вам отомстить, как вы говорите, вчера на реке это вообще было сделать проще простого. Скинул бы вас в воду и, как говорится, привет. Но вы же меня сразу узнали. И у вас есть повод, мягко говоря, меня не любить. Тогда почему согласились меня отвезти? Дело же не в деньгах. Тогда в чем? Зачем я это сделал? Хотите, верьте, хотите, нет. Я сам не знаю, зачем. Короче, я иду к лодке. У вас есть два варианта. Я отвожу вас в Макарьевск, как обещал. Ну, либо второй вариант. Вы остаетесь здесь, я добираюсь до города один. С кем надо, связываюсь, и вас забирают. Так что давайте, решайте. Руки. Чё, кого ждем? Ты что творишь? Подожди! Что подожди? С Пашком все понятно. Он с бабой вопросы есть. Что с бабой? Да подожди, говорю тебе, надо проверить. Ну? Смотри. Да. Это одето дорого, выглядит на миллион. Это казак, это деревенская. Два мужика завалим на тебя! Кисон, сон он поэта. Какое фачо скриво, и коме виво, виво, ин поверто ми алиета. Че? Ты не наша, что ли? Русский. По-русски говоришь? Русский. No, русский. Си, си. Ми кьямано мими. Ма иль миа номе э Лючия. Да. Это Лючия. Ну, подруга эстонца. Вот, которая у меня модели покупает. Посмотрите. Они только вчера приехали. Я обещал ей рыбалку устроить. Парни, парни, вы бы нас отпустили. Все-таки гражданка Италии. Как бы что ни вышло. Ти амо. Хаменера. Рот закрыла. Рот! Что делать будем? Надо самураю звонить. Здесь связи нифига нет. Так, иди на берег, там хорошо ловит, а этих я посторожу. От меня не сбегут. Стоять! Ух ты! Какие часики непростые. Граждане понятые, обратите внимание, часы золотые, фирмы… Не могу прочесть. Васильич! Да? Подойди, будь добр. Ты у нас полиглот.
капитан. Ну, чем порадуешь? Личности убитых мы еще вчера установили. Утром пришло подтверждение из столицы. Я в курсе. Водитель Павлова и рис ее фирмы. Что еще? При обыске у Золотова найдены телефоны, документы, банковские карты убитых. Кое-какие вещи, судя по всему, тоже из машины. Сравним пальчики с отпечатками убитых, скажу точнее. Ну, молодец, капитан. Картина ясна. Будем подавать Золотова розыск. Пустите мне, можно? Я его жена! Пусти, работай, капитан. Можно. Я сам разберусь. Да пусти! Бойцы, а ну-ка, разошлись. Синай. Дядь Пушник, это что ж такое получается? Это что? Адресного хотят в тюрьму забрать? Обыск какой-то устроили. Успокойся. Он же ни в чем не виноват, дядь Пушник. Ни в чем не виноват, я знаю. Успокойся. Успокойся ты. Ты меня слышишь, Зинаида? Успокойся. Я все решу, слышишь? Все решу, все будет хорошо. Я тебе обещаю. Давай я тебя домой отвезу. Давай. Что они там делают? Пойдем. Нет, Марк, что они там делают? Все будет нормально, верь мне, верь. Садись. Вот так. Вот и хорошо. Стоять на месте! Стоять, чтобы я руки видел! Жить хочешь? Жить хочешь, да, нет? Хочу! Кто вас прислал? Отвечай. Раз, два... Не стреляй, мужик, я все скажу! Все скажу, что знаю. Это лось, лось нас прислал. Велел тебя и столичную бабу найти. Самурай скинул фотку мне на телефон. Пацаны сказали, что ее вчера видели, ее машину. В лесу, менты нашли. А она слиняла куда-то. Что ты говоришь? Какую машину? Какая машина? Подожди. Так она не итальянка? Говори дальше! Тачку! С столичными номерами. В лесу менты нашли, а там два трупа. Говорят, что эта баба с ними должна была ехать. Все, я больше ничего не знаю. И при делах я, мужик. Я-то лосю зачем? Не знаю. Да нет, говорю же, баба не наша. Иностранка вроде какая-то. Итальянка, фиг ее разберет. Смешно так лопочет, дура. Си-си, ля-си-си. Алло. Самурай, что с ней делать? Валить ее? Нет. Понял, ждем. Добро. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Алло, Лось. Здравствуй. А ты не можешь мне объяснить, почему Елена недоступна? А кому мне еще звонить? Ты должен быть в курсе. А что со сделкой по поводу завода? Как не приехала? Что? Как убить? Елена? Я тебя спрашиваю, что с Еленой? Она жива? Да мне плевать на твоего шерифа. Ты мне обещала, не шериф. За базар не хочешь ответить? Да, предъява. Именно так. Слушай меня, фраер. Я свое слово держу, а вот бодаться я тебе со мной не советую. Я тебе мигом рога обломаю.
Значит, на данный момент официальная версия полиции выглядит таким образом. Бывший зэк Золотов, узнав, что Павлова едет в Макарьевск, устроил засаду. Мужчину бил, Павлова пока не нашли, но в доме подозреваемого найдены вещи из ее машины. Вот так вот, Илья Валерьевич. А завод тут совсем ни при чем. Это личная месть Золотова твоей Елене. Ну что ж, давай. Успокоишься, звони. Может быть, еще жива твоя женщина? А? Мои друзья ее ищут. Да. Ну, что там? Толстый звонил. Сказал, что они сами в лесу Золотого поймали. С какой-то итальянкой. С кем? С итальянкой. Тимур? Да, привет. Надо встретиться. Ага, хорошо. Этот завод входит в бизнес-схему Лося и должен был достаться ему. А тут появилась ты, человек совершенно неизвестный, а значит опасный. Поэтому, ну, я так думаю, он решил вывести тебя из игры. Когда следователем работала, я о Лосе и слышал, но лично не была знакома. Я же в Макарьевске всего 2 года проработала. Молодая совсем. Шерифа помню. Правда, смутно, он тогда опером был, капитаном. Ну, эта парочка теперь тут всем заправляет. Слушай, Андрей, а куда мы идем, а? Нам же туда, к лодке, нельзя, потому что там, может быть, этот придурок, который нас стрелял. Да, ты права. По воде нам не уйти, могут вычислить. В город нам тоже нельзя. У меня есть знакомый лесник. Я ему доверяю, там у него безопасно. Пересидим какое-то время, а дальше, ну, поймем, что делать. Правда, идти долго, 3 часа через лес. Ну, ладно, пошли. Слушай, а почему этот зализанный сказал, что полиция тебя подозревает? А почему ты меня подозревала? Ну, если все так, как я думаю, то шерифу Лосю просто удобно повесить твое убийство на меня. Ну и убийство твоих людей в машине тоже. Я постоянно думаю, что это я виновата в их смерти. Если бы не я, его не было в той машине. Ты не виновата. Не смей думать об этом. Пошли. Короче. Маша. Маша. Заткни. Как? Как это произошло? Золото, сука, вырубил меня. Я сознание потерял, ничего не помню. Ты понимаешь, что если самурай тебя на перо поставит, я за тебя вписываться не буду? Ну ты... Ну что, Зинаида, успокоилась? Ничего, ничего, ничего. Все обойдется. Ты пойди домой, поспи чуток, сериальчик посмотри. Спасибо, дядь Паша. До свидания. Давай, давай, отдыхай. Зина! А тарелку супа не нальешь? Да. Конечно, проходите.
Зин, а когда ты с Золотовым последний раз виделась? Так я же уже говорила, дядь Паш. Позавчера днем. А, ну да, да, да. Запамятовал я. А как вы с ним вообще познакомились? На заправке, что ли? Да у него машины нет. Мы в магазине случайно встретились. Я хлеб покупала, он сметану. Так слово за слово разговорились. Так и познакомились. Так и познакомились. Понятно. Не, ну, конечно, я понимаю, мужик-то он видный. Зин, а скажи, вот в последнее время ты за ним ничего странного не наблюдала? Ну, может, говорил чего? Или вел себя как-то необычно? Добрый день, Илья Валерьевич. Катенька, здравствуйте. Тимур Давидович ждет вас. Проходите. Спасибо. Илюш. Здравствуй, дорогой. Рад тебя видеть. Но сколько лет, сколько зим. А, совсем забыл старых друзей. Даже на день рождения ко мне не приехал. Прости, Тимур. Я в этот день был в Стокгольме с нашей делегацией, никак не мог вырваться. Но с меня причитается? Ну. Готовь ружьишко, охота, банька. Но я, собственно, по делу к тебе. К какому делу? Дело срочное, очень деликатное. Угу. Оно касается меня и моего близкого человека. Угу. Я знаю, твое агентство номер один в городе. Ты человек занятой. Мне очень нужна помощь. Мне нужен сыщик. Хороший сыщик. Самый лучший. Илюш, самый лучший сыщик. Мы с твоим батей в детстве, можно сказать, самыми закадычными корешами были. Я знаю, дядь Паша. Ты для меня почти как дочь. Я тебе только добра желаю. Ты пойми, Зин, Золотове ты. Ну, не пара он тебе. Он преступник, понимаешь? Андрей не преступник, он не сделал ничего плохого. Опять 25. Ну, я же тебе говорю, все улики на него указывают. Он двух человек убил. Андрей никого не убивал. Он не мог, он не такой. Молодость, молодость. Совсем ты не разбираешься в людях, Зинаида. Былые времена его бы расстреляли. Сейчас пожизненное дадут. Тоже поди не сахар. Не плачь, не плачь. Ну чего уж теперь, ну. Я, конечно, могу сделать так, что ему самое мягкое наказание дадут. Ну, в данных условиях. Поговорю с кем надо. Оформим ему явку с повинной. В общем, поможем твоему Золотову, чем сможем. Помогите, дядь Паш. Помогу. Только и ты помоги мне. Он сюда, конечно, вряд ли заявится. Хотя, чем черт не шутит, в общем, так, Зинаида. Если он какую весточку пришлет, либо по-другому как-то проявится, сразу мне сообщи. Поняла? Да. Телефончик-то мой у тебя имеется. Вот, я, короче, позвонить отошел, чтобы бабу эту пробить, а сам не здесь остался. Я звоню, получается. Значит, это ты их упустил? Этот Золото чисто Джеки Чан. Я вообще не понял, как он мне вырубило. Сразу сознание потерял. Ты не сознание. Ты... Совесть!
Мозги вы потеряли оба. Похоже, еще в начальной школе. Вам что было сказано? Увидите Золотова с бабой, валить обоих. Так она на итальянском заговорила. Я просто итальянский различаю, моя бабушка Челентано любит. Она это была? Я ее шмотки в дворе нашел, мокрые и грязные. Она в них на фотографиях была. Самурай, базару нет, ты говоришь, я делаю. Я зашел, я сразу вальнуть хотел. Это козлина руку мне подбил. Вон, пуля в стену ушла. Что, не так было? Да. Ну и все, порешали. Да. Неизвестно, как все это сложится теперь. И хорошо будет, если вашу эту пулю менты найдут. Ну вот что, любитель итальянской эстрады. Чешете сейчас на берег, в катере возьмете канистру с бензином и сожжете эту избушку от греха. Самурай, поставь всех наших людей на уши. Пусть ищут Золотова и Павлову, пока их не нашел кто-нибудь другой. Как бы эти двое баранов лес не сожгли. Чего? Я говорю, хорошо, что ночью дождь был. Сухой лес хорошо горит. Слушай, самурай, а ты действительно этого Золотова со школы знаешь? Ну, было дело. Пересекались. А он у них там главный, короче, на районе. Ну и наехал на меня, кто я такой, еще по их улице хожу. А ему сразу в нос, так на! А он, оказывается, боксом 3 года занимался и нырнул под мой кулак. А я его коленом. А это что за хмырь? Это новенький, 4-го. Эй, пацан! Это тебе что, библиотека? Деньги есть? Ты что, глухой? Валькины друзья и паруса. Владислав Крапивин. Верни книгу. Да забирай. А ну брейк! Брейк, хулиганье, а! Мураев, опять ты! Понятно. Ну что, детской комнаты милиции тебе уже не избежать. Пошли к директору. А что сразу Мураев? Он меня первый ударил. Виталий Михайлович, новенький первым в драку полез. Да? Самурай не при делах, мы все свидетели. Это правда, я первый ударил. Понятно. Ну тогда оба к директору. Там разберутся. Пошли. Хулиганы, а? Мураев, ты меня услышал? Завтра с матерью у меня. Андрюха, ты нормальный пацан? Сказал бы, что это я драку начал, тебе бы поверили. Директор уже давно хочет меня в детскую комнату милиции сплавить. Нашел чем пугать. Слушай, а ты не хочешь к нам в компанию? У нас там все пацаны классные. Нас все боятся. Даже старшеклассники. Короче, приходи вечером на затонувшую баржу. Мы там тусуемся. Ну так что, придешь? Я приду. Я хочу, чтобы меня боялись. Итальянский откуда знаешь? Да не знаю я итальянского. Просто оперу люблю. Этих деятелей надо было как-то с толку сбить. Я подумала, что английский недостаточно экзотично будет. Поэтому рассказала им арию Рудольфа и арию Мими из «Богемы Пучини». Пучини? Что там? Это что, наш заколдованный дом? Надо идти. Нам надо идти. Пойдем.
Подожди. Давай отдохнем. Я очень устала. Присаживайся. Держи. Это вода? Пей. Все в порядке? Да, все нормально. А что ты там рассматриваешь? Да так, ничего. Ты будешь смеяться. Не буду смеяться, обещаю. Обещаю. Еще в школе я увлекся парусными кораблями. Читал книжки про морские приключения, про пиратов. И вот как-то я заметил, что в небе часто стало появляться облако, похожее на бригантину. Бригантина — это двухмачтовый парусник. Паруса? Паруса в небе. Это красиво. Я не смеюсь. Да. Паруса. Так вот, я заметил, что если паруса у небесной бригантины подняты, то день будет хороший, я получу пятерку. А если паруса спущены, то жди неприятностей в виде двойки или что-то вроде этого. Что самое странное, бригантину видел только я, и мои школьные приятели почему-то видели в этом облаке спящего Чебурашку, голую женщину. В то утро, когда меня арестовали, я видел свою бригантину без спросов. Ну а сейчас? Сейчас ты ее видишь? Нет. Последние полгода она вообще не появляется. Ладно, все, пошли. Нам еще долго топать. Ну что, какие новости? Обыск у Золотого прошел как надо. Никто ничего не заподозрил. В общем, все пока без осложнений. У тебя что? А у меня, ты знаешь, не очень. Сегодня два моих раздолбая нашли в лесу Золотову и Павлову. А потом их упустили. Кстати, твоя версия о месте золота оказалась неверной. Да. Похоже, что они с Павловой заодно. Для нас-то ничего не меняет. Их нужно найти и ликвидировать. Слушай, Сергей, я, конечно, все понимаю. Угу. Но мне кажется, ты заигрался. Да. По краю ходишь. Того и гляди, сорвешься, меня за собой потащишь. Угу. Мои люди не дураки. Могут и догадаться, что к чему. Некоторые спят и видят, чтобы меня слить. Каждый раз, когда я даю им ложные вводные, я рискую. Ты это понимаешь? Ты продолжай, продолжай. Ты ведь не все сказал. Мне не нравится, что ты принял решение убрать Павлову, не посоветовавшись со мной. Я понимаю, у тебя свои расклады. Но я профессионал. Мы с тобой в одной связке, я тебя прикрываю, поэтому я должен знать все. А... Павлова непростой человек, у нее связи.
Не сегодня, завтра. Жди столичных гостей из соответствующих органов. Вот, значит, ты о чем. Понимаешь, я не поставил тебе известность только потому, что не хотел лишний раз дергать. У меня дело в том, что все было схвачено. Я специально нанял залетного мокрушника. Шарпея никак не связан с моими людьми. Да и к тому же он давно в розыске. И убийство с целью ограбления для него это обычное дело. Вот. А тут, когда появилась такая возможность все это списать на золото, это же просто подарок для нас. Правда? А его ни к тебе, ни ко мне никто никогда пристегнуть не сможет. Осталась ерунда. Грамотно зачистить концы и... Все, а тут тебе и карта в руки. Профессионал. А это не так просто. Да ты не трясись, полковник. У меня все под контролем. Да и не поедут столичные следователи из-за этой бабы в нашу глушь. Ему своих дел хватает. А ты, если будешь мне еще что-то предъявлять, то ты вспомни, как 3 года назад я тебя отмазывал, когда тебя твои же люди на таможне сдали. Помнишь, чего мне это стоило? Так что давай, иди работай, профессионал. Андрей, а можно тебе задать вопрос? Попробуй. Чем ты занимаешься? В смысле, кем работаешь? Никем. Когда вышел из тюрьмы, я, конечно, пытался найти работу, но с моей-то биографией хороших вариантов не было. И меня спасло мое хобби. Это какое? А я делаю модели парусников с детства. Сначала для себя делал, теперь за деньги. Первая моя модель, которую мне удалось продать, была копия французского фрегата. Ее купил эстонец Маркус, как случайно оказался в Макаревске, и довольно неплохо заплатил. Потом приехал через месяц, заказал мне еще партию моделей. Ну и с тех пор приезжает 2 раза в год, оставляет мне заказ. И по местным меркам довольно неплохо. Так что в этом смысле у меня все хорошо. Ну а дела хвоста, ты откуда знаешь? А у нас с ним старые счеты. Я из-за него на зону попал. Расскажи. Галь, глянь. Как нашему участковому костюмчик идет? Привет. Кинозвезда. Так. Товарищ старший лейтенант, вы всегда так ходите. А то все в форме да в форме. Он комиссар Катани же ходил без формы? Так он комиссаром был, с мафией боролся, а я и так участковый, нам в форме быть положено. А сегодня у меня выходной, поэтому имею право. Ну, хочу поехать в областной центр, отдохнуть культурно, как говорится. Ясно. Ладно, пока. Пока. Привет! 100 лет не виделись. Здравствуй, Андрей. А кто у нас такая красавица, а? Я не красавица, я Вера. А ты, дядя, кто такой? А я друг твоего папы. Вы куда собрались? А где папа? На работе? Что такое? Что случилось с Олегом? Олег в тюрьме. Непредумышленное убийство. Ты разве не в курсе? Как в тюрьме? Убийство? Олег? Ну да, вы же не виделись почти 2 года. Олег в последнее время на турбазе в любимого фельдшером работал. Это где директора убили на охоте, несчастный случай? Ну, подожди, ты хочешь сказать, что это Олег? Весной возле базы стали вырубать лес. Есть у нас такой бизнесмен Лосев. Директор Слава Калинин обращался в соответствующие инстанции, но все без толку.
У этого Лосева, как оказалось, везде свои люди. Так директора убили по приказу Лося? Его тело нашли с огнестрельным ранением в лесу. Олег взял вину на себя. Сказал, что они со Славой пошли в лес на охоту, и он случайно его подстрелил. Только не мог он этого сделать, понимаешь? Не мог. Его заставили признаться, Лосев заставил. Он страшный человек. Ты об этом говорила следователю? Ко мне пришел человек и сказал, что если буду болтать лишнего, то будет плохо всем. И мне, и Олегу, и Верочке. Подожди, ну если даже Олег взял вину на себя, ну должны были быть какие-то следственные действия. Он должен был показать, как убивал, каким оружием. За пару дней до этого у Олега карабин пропал. Ему друзья на юбилей подарили. Из этого карабина и убили Калинина. А на суде сказал Олег, что после выстрела был в шоке и оружие в лесу потерял. А его карабин так и не нашли, да? Нет. Олегу дали 5 лет за непредумышленное. Я вот с Верочкой решила к родителям уехать. И ты уезжай, Андрюша. Уезжай, пока не поздно. Ты хороший парень, я знаю. Уезжай, пока и тебя не сожрали, как Олега. Я не мог помочь Олегу. У меня не было полномочий, да и не моя территория. А потом поступил один сигнал, что на моем участке в частном доме от передоза умер бандит по кличке Сникерс. По слухам, из группировки Лося, когда я приехал на место происшествия, я обнаружил в тайнике дорогой карабин. И это был карабин Олега. Его ему подарили друзья на 30-летие. Ты написал рапорт о находке? Конечно. К делу его приобщили? Да, я даже расколол любовницу Сникерса. Она мне рассказала, как он по пьяни хвастался ей, что по просьбе серьезных людей убил Калинина из карабина, который ему дали. Ствол он должен был утопить в болоте, но, видимо, он ему так приглянулся, и он решил его оставить себе. А дальше что было? А дальше меня навестил Лось. Несправедливо все устроено в жизни. Мафия ездит на катерах, а честный участковый на старой дырявой лодке. Знаешь, давай так. Я тебе новую лодку с японским двигателем и 3000 гринов сверху. А ты навсегда забываешь про рапорт о найденном у Сникерса карабине. И больше не лезешь. Дела, касающиеся турбазы. Какое заманчивое предложение-то? Ну, конечно. Вообще, занимайся лучше деревенскими алкашами. А я буду занят своим делом. Лады, Старлей? Не лады. Дырявая у тебя лодка, Старлей. Смотри, не утони. Ну, собственно, все. Потом арест, суд, тюрьма. А дальше ты знаешь. Господи, какая же я дура. Алексей Петрович, вызывали? Да-да, Леночка, заходи. А
Я хотел узнать, как там дело о взятке участковому продвигается. Следствие близится к концу. Ну, честно говоря, там есть некоторые непонятные для меня моменты. Серьезно? Интересно, какие? Слишком уж странно ведет себя наш подозреваемый. Он отрицает свою вину, несмотря на 100% улики и на показания свидетелей. Он не юлит, не путается в показаниях. Ну, в общем, эмоционально не похож на человека, который врет. Не соответствует психологический портрет. Послушай меня, девочка. Для следователя есть три слова. Мотив, улика, факт. Ну, ведь мотив напрямую проистекает из психологического... Ну, чушь! Мотив вытекает из зарплаты Золотова, для которого 3000 долларов – это не просто деньги. Это очень большие деньги. Ты только не обижайся, Леночка. Ничего личного. Прими как добрый совет старшего товарища. Для меня в этом деле Золотова все предельно ясно. Факты налицо. Показания свидетелей. Железные улики. Ну, детское дело. Что с тобой? Тебе нехорошо? Я только что поняла, что я посадила невиновного человека. Хорошего человека. Ты просто делала свою работу. Машка сказала. Это из-за машины, которую в лесу нашли, да? Пошли вон. Чё? Убирайтесь к черту обе! Ты чего? Пошли вон! Вон, пошли! Добрый вечер. Меня зовут Стелла. Я от Тимура. Вам нужен был лучший сыщик? Это я. Пришли. Михалыч, ты дома? Кто такие? Что надо? Да ты чё, старый, совсем забредёшь, что ли? Своих не узнаёшь. Опусти ружьё, то не дай бог выстрелишь. Андрей? Ну? Андрюх, ты что ли? Здорово. Здорово. Ух ты, как же я тебя сразу не признал-то. Извините, барышня. Добро пожаловать, гости дорогие. Ах.
Плохо. А ты, Андрей, что, снова с упырем схлестнулся? С лосем-то. Ну, выходит так, что судьба нас снова столкнула. В тот раз его взяла, в этот раз мы еще посмотрим. Надо понять, что делать. Мне вначале надо Жене Самарину позвонить. Но я свой мобильник утопила, телефон его на память не помню. Егор Михайлович, а? Может, у вас интернет есть? Да что вы. Да у меня и компьютер-то нет. В лесу оно как-то вроде ни к чему. Телефон есть. Правда, старый, кнопочный. Без интернета. А Самарин это кто? Одногруппник мой бывший. Когда-то влюблен в меня был, у нас даже роман случился. А сейчас он прокурор вашей области. Прокурор? Ага. А ты уверена, что он будет помогать тебе? Уверена. Женя, он настоящий. Ясно. Хорошо. Будет тебе завтра интернет. Михалыч, спасибо тебе. Все очень вкусно было. Ну, нам бы поспать. А то мы с Еленой с самого утра по лесу бегаем. Вот я старый дурень. От радости заболтался. Мне что, ты поговорить-то не с кем, а тут... Я сейчас мигом все устрою. Спасибо вам, Егор Михайлович. Да. Все было прям очень вкусно. Еленочка, Андреевночка, сделайте милость, уважьте старика. Я пока вам сейчас все там организую, а потом сам мигом все по-хозяйски приберу. Ну, а вы пока на моей качельке звездами полюбуйтесь. А я мигом, мигом. Хороший мужик твой, Михалыч. Угу. Правда, наливка у него крепковатая, но это на мой вкус. Вообще здесь хорошо. Лес, звезды. Знаешь, все как в детстве. Я же родилась в маленьком лесном поселке. У меня папа на лесопилке работал. И я, девочка, очень любила бегать к нему на работу. Мне так нравился этот запах. Досок, бревен, опилок, ну, вообще дерево. Я же и завод этот хотела купить не потому, что он мне сильно нужен, потому что он у меня ассоциируется с запахом детства, с папой. Я понимаю. Ну? А у тебя что? С детством ассоциируется. Плавленый сыр. Ты любишь плавленый сыр? Да я его терпеть не могу. Просто бабушка, она постоянно покупала плавленый сыр в такой красной пластмассовой коробке. Я название не помню, а на этикетке была изображена красивая блондинка. И я был влюблен в нее. И я подумал, что вот когда я вырасту, я обязательно, вот обязательно найду ее. И женюсь на ней. Постельки готовы. Может, еще чайку? Я чайничек мигом поставлю. Да нет, Егор Михайлович, спасибо. Я устала уже, ноги не держат. Пойду спать. Спокойной ночи. Завидую тебе, Андрюшка.
Елена шикарная женщина. Дураком будешь, если упустишь. Ой, Михалыч, ладно, я тоже спать пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Михалыч, они у меня. О, черт! Стой спокойно, не дергайся. Михалыч, ты че? Прости меня, Андрюша. Дочка в больнице, и Лось обещает операцию оплатить. Долго спишь, капитан? Там за домом огород, за огородом лес. Зацепило. Побежали. Далее, Валерич. Доброе утро. Не разбудил? Меня так умиляют ранние звонки, которые начинаются с вопроса «Не разбудил?». В этой ситуации официально заявляю, не разбудили. Стелла вышла на тропу войны. Не понял. Стелла, мне не до шуток. Хорошо, без шуток. Я уже подъезжаю к Макарьевску. Четкого плана действий нет. Предпочитаю импровизировать. Буду докладывать вам обо всем, что вас интересует. Так что будьте, пожалуйста, на связи. Понял. Удачи тебе. Что там? Зина, это я. Андрюша. Господи. Ах, что с тобой? Что произошло? Ничего страшного. Рана не смертельная. Послушай, нам больше некуда идти. Помощь твоя нужна. Ты пустишь? Ну, конечно, ты проходи. Проходи, конечно. Ну что, Илья Валерьевич, пришел в себя? А у меня для тебя хорошая новость. Жива твоя женщина. Видели ее в лесу с Золотовым. Мои люди чуть-чуть не успели ее спасти. Да. Но все... Но я всех ребят поставил на уши. Да, и всем раздал инструкции, чтобы ни один волос не упал. Все, конечно. Ну, будут новости, позвоню. Пока. Неважно выглядишь. Так не спал всю ночь. И с утра как угорелый бегаю. Короче, я отправил двух пацанов на ЖД вокзал, а сам пообщался со знакомыми ментами на посту на выезде из города. Так у них вся дежурка завешена портретами Золотова. Если он и Павлова решат в столицу на машине ехать, то их, скорее всего, примут. Не думаю. Не думаю, что Павлова потащит участкового в столицу. Хотя Бережунова, как говорится, ты знаешь, отправь человечка на автостанцию в Монастырск. Черт!
Черт, я как-то про рейсовые автобусы и не подумал. Прости, босс. Да. И вообще, если наша парочка задумает куда-нибудь свалить, то логичнее было бы в Макарьевск им не соваться. А вот Монастырск — совсем другое дело. К тому же от сторожки через лес пешком аккурат к вечеру дотопают. Слушай, сгонял бы ты на кладбище к Трофимовичу. У нее сестра в Монастырске живет. Вот ему и карту в руки. Давай. Да не вопрос. Пацаны, сюда идите. Ну, привет, меня Олеся зовут. А вас как? Меня Леха, а он Димон. А чё? А чё? Да я сама не местная, а месяц назад в столице с парнем познакомилась. Он ваш, Макарьевский, Валеркой зовут. Он такой деловой, серьезный, кажется, под самураем ходит. Слыхали о таком? Ну, слыхали. И чё? Ну чё, нравится он мне. Найти его хочу, замуж за него выйти. Да, он мне свой номер дал, я его потеряла. Так скажите мне, где у вас тут местная братва тусуется, те, которые на самурай работают? Серьезные люди обычно в кабаке, гостиница «Атлантида». Клуб есть еще на набережной, но он только по вечерам работает. А, ну, еще кафе, дом охотника, тоже их точка. Круто. Я как раз не позавтракала. Далеко? Да не, недалеко. По прямой и за церковью направо. Зин, давайте, может, я повязку наложу? Послушайте, как вас там? Я без ваших советов как-нибудь справлюсь. Меня Еленой зовут. Вот и я говорю. Елена Премудрая. Идите-ка вы вон... На столе компьютер. Вы же хотели письмо отправить. Я могу дать ваш номер телефона, если мне захотят перезвонить. Можете. Пойдемте. Зря ты так с ней. Как так? Ну так. Ну как так? Послушай, Елена хороший человек, поверь мне. Хороший человек? Да. Хороший человек, который отправил в тюрьму другого хорошего человека. Ну, представь себе, ну, такое бывает в жизни. В моей жизни такого не бывает. Зин, ты не понимаешь. Все намного сложнее. Конечно. Конечно, не понимаю. Где уж мне? Я же университетов не кончала. Я же на заправке работаю, а не в прокуратуре. Успокойся, прошу. Конечно, я не понимаю. Конечно. Не сердись. Прошу тебя, не сердись. Я не хотел обидеть тебя. Прости меня. Тише, давай. Андрюш. Это ты меня прости. Я, наверное, и правда многого не понимаю. Но это не важно. Главное, что ты жив. Что ты со мной.
Я тут вам собрала кое-что. Посмотрите, может быть, по размеру подойдет что-то. Спасибо. А то вы выглядите, как сами знаете кто. Я тебе вчера ночью, паразит, несколько раз звонила. Ты недоступен был. Я к своей бывшей ездил. Ты же обещал. Ну какая бывшая? Какая бывшая? У меня сыра, все, ну все. Отжило, отшумело. У меня только ты в жизни есть. Ну, котеночек, ну. Ты еще скажи, что телефон разрядился. Да, все, аккуратно, вот, дай ручку, смотри. Вот, люблю, целую. Хорошие мы. Короче, между нами. Вот только между нами. Дай ручку. Мы вчера всю ночь с Аней, самураем по лесу бегали, понимаешь? Плохих людей ловили. А в лесу связи нет, понимаешь? Просто нет связи, все. Плохих людей? Это каких же? Уж не бывшего участкового и эту тетку из столицы. Тебе кто про участкового наплел? Кто наплел про участкового? Людка. Она в салоне Инесса маникюр делает, у нее муж в полиции работает. А Зинка Гусева – это ее подруга. Участковый, ну, этот зэк бывший, это типа ее хахаль. Слушай, Галька Людку вчера чуть не убила, еще и Зинку потом пришла. Да слушай, как зря говорят, с кем поведешься, то вы набежишься. Стоп! Какая Зинка, какая Галька? Чего тебе Люда наплела? Ну, сказала, что в лесу машину нашли, а в ней два мертвяка. Что это Зинкин хахаль их завалил. Ну, или тетка из столицы, кто их разберет, кто кого, а че? Маш, я тебя очень прошу. Вот ты хлеборезку свою прикрываешь и просто никому про это не говоришь. Ну как он? Давно уснул. А вы неплохо выглядите в вашем-то возрасте. Спасибо. Послушайте, Зин. Давайте я вам хоть чем-то помогу. Ну, картошку почищу, например. О, вот это пожалуйста. Там на кухне все найдете. Тише, тише, тише. Андрюш, все хорошо. Все хорошо, любимый, все хорошо. Лена. Лен, где ты? Добрый день. Ой, какая у вас блузочка, миленькая. Я себе в Париже точно такую же присмотрела. И уже хотела было купить, а потом вспомнила, что поссорилась со своим милым, и он мне карточку заблокировал, старый козел. Вы что-то хотели? Наш салон может предложить вам... Точно. Мне вас порекомендовали в гостинице. Но, правда, у вас название какое-то слегка, ну, там, провинциальное. Я бы назвала как-то Lux Beauty Studio или Luxury Image Design. Смотрите, у нас есть солярий, наращивание ресниц, уход за бровями, маникюр, педикюр. У нас отличные мастера. Здорово. Знаете, я в столице живу. В общем, работаю в модно-модельном агентстве. У вас тут транзитом. Вчера полезла в холодильник, достала баночку пива, хотела выпить. В общем, начала открывать, так чуть без пальца не осталось. Представляете, ноготь себе повредила. На дворе 21 век, а ничего оригинальнее, чем жестяная банка вульгарная, придумать не могут, да? А, вы хотите поправить маникюр, правильно? Да. А я что, не сказала? Вы знаете, мне порекомендовали мастера Людмилу. Я могу к ней попасть?
Зина, я прекрасно понимаю, что я вам глубоко неприятна. Если бы не сложившиеся обстоятельства, я бы... Неприятно? Неприятно. Да вы сломали жизнь человеку, которого я люблю. Это же вы засадили его в тюрьму 15 лет назад. Ни за что. На 6 лет. Вы вообще понимаете, что такое 6 лет в тюрьме? А теперь он опять впутывается во всякие неприятности из-за вас. Да его же чуть не убили. Из-за вас. Все из-за вас. Вы это понимаете? Да. Понимаю. Вы простите мне мою прямоту. Кто я, чтобы вас судить? Идите, посмотрите, как он там. Я сама тут справлюсь. Прям так в машине в лесу и нашли? Угу. Ужас какой-то. Ну, так-то у нас город спокойный. Ну, молодежь иногда побузит. Наркоман какой из окна вывалится. А так тихо. Слышала, у вас тут один местный олигарх есть. Как его там? Быков. Лосев. А, точно, Лосев. Сергей Васильевич Лосев. Ему тут полгорода принадлежит. Этот салон, кстати, тоже его. Круто. А как он, ну, хорош собой? Или... Я просто думаю, если там подкатить к нему, глазки построить. Или он гей? Заново родился. А ты мне сейчас снилась? Серьезно? Да. Как будто мы плывем с тобой на яхте по океану. Бросили якорь с какого-то маленького островка и пошли сквозь джунгли, сквозь лианы. И наткнулись на нашу избушку. Ну, как ты вчера сказала, наш заколдованный дом. В джунглях. Ага. Ты так обрадовалась и побежала впереди меня. Забежала на крыльцо, вошла вовнутрь. И дом исчез. Я такой: Лена, Лена, где ты? А вокруг только джунгли. Ну, такой вот сон. Как ты думаешь, к чему это? Может, к тому, что тебе не нужно со мной связываться? Да уже поздно. Уже связался. Андрюш, как ты чувствуешь себя? Да хорошо. Выспался. Ладно, хоть валяться, пора вставать. Ты подожди, я повязку тебе сменю сначала, а потом чистую одежду принесу. У меня же сумка твоя с вещами осталась. Ну, после того, как я гриппом болела, а ты у меня ночевал. Угу. Да накати ты вискаря, Михалыч. Чего мучаешься? Ведь легче будет. Не хочу. Ну, как знаешь. Ты, значит, ты говоришь, что прокурор был влюблен в Павлова. Она так говорила. Что еще говорила? Может, они куда-то собирались, а? Не знаю. Больше ни о чем не говорили. Скажи мне, Михалыч, по совести. Тяжело это было, друга предавать? Ты же с Золотовым
кореша. Тяжело. А еще тяжелее, когда ничем родной дочери помочь не можешь. Тебе, упырю, это не понять. Так, стой. Деньги забыл. За что? Я же их упустил. Да, Михалыч, может, и упырь. Только эти деньги я не тебе даю, а дочери твоей. У моей матери тоже порог сердца был. Я тогда еще совсем пацан. Помочь ей не мог. Так что бери деньги и уходи. Ты мне больше не интересен. Свободен. Здравствуйте. Добрый день. А вы мне не поможете? Мне кажется, аккумулятор сел. А как вас зовут? Жанна. Меня Павел. Очень приятно. Я вижу, у нас проездом номера столичные. Да, я журналистка. Я приехала взять интервью у Ольги Головановой, директора Кровеческого музея. Интересно. А завтра уже домой. А в какой гостинице вы остановились? Атлантида. О, я знаю это место. Там отличный ресторан. Правда? А что вы сегодня вечером делаете? Может, поужинаем вместе? Угу. Ну, почему бы и нет? Ну, вот и договорились. Жду вас в 19:00 в ресторане гостиницы. А трос у вас есть? Нет. Понятно. Эх, женщины, женщины. Наверняка в багажнике куча всякого барахла. А вот нужные вещи, спасительные вещи, места не нашлось. Вот так. Да. Вот сразу видно, что вы не замужем. И рассчитываете на помощь встречных мужчин, основательных и предупредительных. Тебе помочь? Андрюш, ты рано встал. Да я хорошо себя чувствую. Только есть хочется. Есть. У меня уже все готово почти. Мясо дотушится и ужинать будем, хорошо? Да.
Есть новости? Переживаю, что Женя Самарин не звонит. Но он уже должен был получить письмо. Да, Лёнь, слушаю. Паш, ну ты же обещал сегодня быть пораньше. Оперативная обстановка поменялась, Люсь. Ты же как жена начальника полиции должна понимать. Шел бы ты на пенсию. Выслуга. На даче завал, клубника, огурцы. Паш, ну я зашиваюсь. Люсь, ты в своем уме? Какие огурцы? Какая клубника? У меня совещание сейчас важное. В общем, закончи, перезвони. Давай, пока. Совещание у него кабелина. Паш, я не понял, что происходит. Третий раз тебе звоню, все время занято. Ну, жена отсюда. Слушай, съездил бы ты к этой Зинке. Ну, дочери дружбана своего. Я понимаю, что ты обработал. Но ты съезди, не ленись. Провентилируй, так сказать, ситуацию. Да, прямо сейчас и поезжай. И отзвони с ней потом. На связи. Все готово? Готово, готово. Иди. Андрей. Шериф приехал. Это его машина. О, черт. Быстро в подпол. Ты же понимаешь, что оттуда нет выхода. Если Зина нас выдаст... Не выдаст. Пойдем. Быстрее, быстрее. Давай, осторожно. Давай, тупо. Зина, открой, это я. Здравствуйте, дядь Паша. Здравствуй, Зинаида. Ну что, твой Андрей, не появился? Нет, я бы вам позвонила сразу. А, как вкусно пахнет. Ужин готовишь, а? Готовлю, дядь Паша. Картошечка, мясо тушеное. Красота. Значит, говоришь, не появлялся Золотов? И весточки никакой не подавал? Нет, дядь Паша. Может быть, хватит дурака валять? Где они? Кто они? Я что, по-твоему, похож на идиота? Или ты решила сама эту кастрюлю с картошкой сожрать? Вон и столовые приборы на троих приготовлены. Где Золотов и Павлов? Дед Паш. Да ко мне Галка с Людкой должны прийти. Еще вчера в гости напросились. Кто такая эта Павлова? Так, забудь. Жень, ну мы же договаривались. У тебя выходной, у твоего сына день рождения, тебя все ждут за столом. Но можно хотя бы несколько часов в году побыть с семьей. Танюшка, прости меня, пожалуйста, буквально пару минут. Я почту проверю, и все, ладно? Хорошо? Дай мне пару минут. Людка, с Галкой говоришь? Ну и когда они придут? А вот уже должны были быть. Только они же опаздывают всегда. Дядь Паш, а оставайтесь с нами поужинать. Галя обещала бутылочку коньяка принести. Коньяк – это хорошо. В другой раз. Поеду я, пожалуй. Дел много. Угу.
чей номер, знаешь? Не знаю. Ответь. Только на громкую связь включи. Алло. Алло, здравствуйте. Это говорит прокурор области Самарин. Ваш номер мне оставили в электронном письме. Могу я поговорить с Еленой Андреевной Павловой? Алло. Алло. Мерти дрянь. Я же тебе поверил. А ты меня обмануть решила. Ты реально неблагодарная. Куда ты? Ты же прямо на пули лезешь. Он убьет их. Ничего он с ней не сделает. По крайней мере, не сейчас. Где Золотова и Павлова, отвечай. Где они? Куда ты их спрятала? Отвечай! Петь, я тебе сейчас перешлю письмо от одного человека. Внимательно изучи и вникни в ситуацию. Пробей номер телефона, указанного в письме. Я тебя по-хорошему в последний раз спрашиваю. Куда ты их спрятала? Отвечай! Ну! Как ты? Вы кто? Меня зовут Стелла, меня к вам отправил Илья Валерьевич Степанов. И нам нужно уходить прямо сейчас. Я на машине, так что увезу вас в столицу. Всех троих, если понадобится, спрячу в надежном месте. Ты уверена, что это не человек Лосева? Я предвидела этот вопрос. Я попросила Степанова рассказать то, что знаете только вы и он, Елена Андреевна. И? Юрмала. Жду вас всех в машине. Мне удалось подбросить жучок ему в машину, так что теперь у нас есть записи, доказывающие, что полковник Шерстнев работал на криминального авторитета Лосева. Я следила за всеми передвижениями и звонками, и когда он собрался навестить Зину, я решила перестраховаться. И, как видите, не зря. Значит, Лосев отдал своим людям приказ меня ликвидировать из-за завода. Как только приедем в столицу, я предоставлю вам все доказательства, если Илья Валерьевич не будет против. Я не поеду. И Андрей тоже. Не поняла. Нам сейчас нельзя терять время. Нужно поговорить с областным прокурором Самариным. Он уже получил мое письмо. Нам срочно нужно в областной центр. Елена Андреевна, поездка в областной центр в мои планы не входит. Я должна была найти вас, убедиться, что вы в безопасности, и предоставить отчет Степанову. Хорошо, вы меня нашли. А в области я буду в большей безопасности. И Андрей тоже. Он же в розыске. Как ему Илья поможет? Никак. А Самарин мой друг, и он о нас позаботится. В общем, подбросьте нас на автостанцию в Монастырске. Тут недалеко, я покажу. Да, оттуда автобусы ходят в область. Но я думаю, на последний вполне успеваем. Хорошо. Только я должна Степану позвонить. Не сейчас. Если вы подбросили жучок шерифа, то какие гарантии, что Лось не прослушивает Илью? Давайте так, я ему сама позвоню, когда мы будем в безопасности. Зина, может быть, все-таки поедете с нами? Нет. Почему нет? Я поеду со Стеллой. Не переживайте, Зина будет в надежном месте под моим присмотром. Елена Андреевна, надеюсь, в ближайшее время вы разрулите ситуацию, и Зина сможет вернуться. А пока посидите в машине, я пойду куплю билеты, незачем им светиться.
Вот ваши билеты и деньги на всякий случай. Спасибо. Автобус отправляется через 5 минут. Ты почему отказываешься ехать с нами? Не хочу быть лишним. Я же видела, как ты на меня смотришь. На меня ты так никогда не смотрел. Спасибо тебе. Я с тобой была счастлива. Прощай, Андрюша. Береги себя. Спасибо. До встречи. Ну что, Паша, доигрался, да? А вообще, партия становится все интереснее и интереснее. Что еще раз скажешь, полковник? Перед тем, как блондинка эта здесь нарисовалась, Зинке позвонили, прокурор в области Павлову искал. Я так понял, что она с Зинкиного компа на электронную почту ему письмо отправила. Вот дрянь, а. Все-таки успела своему дружку маляву накатать. Да, слушаю. Лось, я сейчас. Едва не опоздал. Еще чуть-чуть, и пришлось бы мне куковать до утра на улице. Ой, тогда бы меня старуха моя сосвета жила. Билетик есть? Есть, вот это. Садись давай. Я двери закрываю, ехать пора. Хорошо. Надеюсь, все плохое уже позади. Сейчас приедем в город и сразу в прокуратуру. Ночью? Самарин же получил мое письмо, ты сам слышал. Думаю, он уже предпринял какие-то действия. Может быть, еще на месте ждет нас. А если нет, то я просто дежурному представлюсь. Я знаю, что сделать. Я же не зря в этой системе 2 года работала. Главное, до города добраться. Как плечо твое? Да, нормально. Странно. Раньше мне казалось, что я живу счастливой, полноценной жизнью. И все у меня хорошо. А сейчас я понимаю, что вся эта жизнь была какой-то ненастоящей. Каким-то бесцветным сном. И сейчас меня взяли и разбудили. Я не знаю, что будет дальше, но я себя чувствую такой живой. Это и здорово, и страшно одновременно, но... Я не знаю, я, наверное, как-то непонятно объясняю. Да нет, очень понятно. А мы с ребятами любили в детстве качаться на веревочных качелях. Прямо над обрывом, представляешь? Внизу река, сверху небо. И даже вот дух захватывает от... ощущение полета. Немного страшно и в одно и то же время
чувствуешь себя живым и счастливым. Капитан, ты романтик. И мне с тобой так уютно. Слушай, можно я посплю немного? Конечно, поспи. Нам еще довольно долго ехать. Слушай, Паша, а может мне тебя прямо сейчас грохнуть? А? Это за что? Как это за что? Ну, ты сам посуди. Я бизнесмен, с меня какой спрос? По документам у меня все чисто. А вот связь с тобой может вызвать подозрение. Ты же сам говорил. У тебя в конторе не дураки сидят. Вот возьмут твой телефончик, позвонят и все сообразят. А ты ведь расколешься сразу же. Правда? Значит, на меня решил стрелки перевести, да, Сереж? Ведь я тебя предупреждал. Я ж тебе говорил, что по краю ходишь. Кто Павлова решил убрать и со мной не посоветовался, ты нарывался на проблемы, вот их и получил. А теперь решил у меня все списать. Где б ты был сегодня, если бы не я? Да ладно, ладно. Успокойся. Поживи еще. А косяки свои отработаешь. Я понял, я наберу. Все, на связи. Вот. Ну что там? Золотов и Павлова едут на автобусе в область, в Монастырский сели. Трофимыч их вовремя срисовал, он с ними едет. Mm-hmm. Ребята их уже ждут, запакуют грамотно. Старик, если что, пострахует. Ну вот хорошо. Только я тебя прошу, пусть живыми привезут. Само собой. А то неизвестно, что эта следачка прокурору шепнула. Слышь, что? У меня знакомый один есть, специалист. Он Зинкин комп в три счета распакует и достанет оттуда письмо Павловой. Ну и заодно проверит машину шерифа на предмет жучков. Ну, вот чудесно. Действуй. Мы что, приехали уже? Тихо. Держи, пацан. Хвоста нет, считай, обошлось. Приедем, поживешь на конспиративной квартире. Там есть все необходимое, а еду я довезу. Слушай, не переживай ты так. Ну, в столице много мужиков. Найдем тебе кого-нибудь. Ты вон какая красотка. Небось, борщ умеешь готовить. Да обойдется все, правда. Все будет хорошо. Добрый вечер, капитан. Добрый. С тобой поговорить хотят. Не напрягайся. Это ненадолго. Ну, здравствуй, капитан. И вам не хворать. Я смотрю, совсем старенькая у тебя машинка. Непорядок. Ну, сейчас не об этом.
Ты занимаешься следствием о расстреле машины, где два трупа. Я? Ну и как там дело продвигается? Дело мутное. Слишком много нестыковок. Например? Например. Ну, например, на кой черт подозреваемый Золотов хранил часы, документы, другие вещи из машины у себя в мастерской? Слабо верится, что бывший участковый не знал, что у него дома точно будет обыск. Да, действительно странно. И полковник Шерстнев тоже. Последнее время ведет себя неправильно. Все время сует свой нос куда не просит. Раздает какие-то идиотские распоряжения. Погубит он вас. Интересно. В каком смысле? Вот в том самом смысле. У меня тоже глаза и уши есть. Я же не дурак. Все понимаю. Капитан нормальный мужик. Я давно за тобой наблюдаю. Мне такие люди нужны. Ты держись меня. Не пожалеешь. До связи. Когда ты успела все это сделать? Это телефон шерифа. А вот это флешка, на которой все аудио и видеофайлы. Тут шериф такое трепло, так что послушайте, там много чего интересного. Ты уверена, что Елена в безопасности? Думаю, да. Я надеюсь, что она уже встретилась с прокурором области. Вести их в столицу было действительно рискованно. Если Золотов в розыске, то нас бы приняли на любом посту. Пожалуй. И еще, Илья Валерьевич, в своем отчете я постаралась обойти все скользкие моменты с вашим участием в совместном с Лосем бизнесе и сконцентрировалась на тех аспектах, где вы не замешаны в противоправных действиях. У меня все. Пожалуй, Тимур был прав. Ты действительно лучшая. Всего хорошего. Пацаны сработали чисто. Трофимыч подстраховал. Отвезли их на теплоход, сейчас в трюме сидят и никуда не денутся. Вот и хорошо. А как твой специалист хакнул Зинкин компьютер? Это текст письма, которое Павлова отправила прокурору. В машине шерифа, как мы и предполагали, обнаружен жучок. Вот только с бабой, которая его установила, небольшие проблемы. Непонятно, на кого она работает. Ну, а по этому поводу есть у меня одна мыслишка. О, вовремя. Да, Илья Валерьевич? Слушаю тебя. Лось, у меня есть доказательства, что именно ты готовил покушение на Елену. Ты вместе с шерифом устроил на нее охоту. И на Золотова, на которого вы решили повесить все убийства. Короче, я разрываю с тобой все контакты, в том числе и деловые. Все вопросы по разделу бизнеса будут вести наши юристы. Я с тобой не желаю общаться. Еще, если с Еленой что-нибудь случится, я все эти документы сам лично отнесу прокурору. И все расклады на лес, и не только. Я тюремного срока не боюсь. Ах, Илья Валерьевич, опять ты волну угонишь.
Я не знаю, какие у тебя там доказательства, но в том, что случилось с людьми Павловой, я не виноват. Я тебе это в деталях все объясню. Только, знаешь, давай не по телефону. Я как раз сейчас в столице. Давай часика через три встретимся в гостиничном комплексе «Янтарный». Ну, который на выезде из города. Ну, ты знаешь, где это находится? Вот. Вот, знаешь, посидим и спокойно все перетрем. Ну, зачем нам воевать, когда все можно решить миром? Да. Что ты говоришь? А. Не хочет с нами встречаться, Илья Валерьевич? Не хочет. Знаешь, самурай, с этим истериком надо что-то решать. А то он дров наломает таких. Ты позвони Руслану. Скажи ему, что Степанов часа через три будет в гостиничном комплексе «Янтарный». И пусть организует ему торжественные проводы на заслуженный отдых. Я не понял. Ты же сказал, что он не приедет на встречу. Приедет? Куда он денется? Илья Валерьевич, что-то случилось? Извини, что заставил тебя вернуться. Хорошо поработала, но у меня будет еще к тебе одна просьба. Возьми вот это. Твой гонорар, как и договаривались, у Тимура, а я тебе сейчас лично дам еще столько же. Если со мной что-нибудь случится, передай, пожалуйста, эти документы лично прокурору Самарину. Только ему и больше никому. Обещаешь? А что-то может случиться? Надеюсь, что нет. Поняла. Как тут наши узники? Ты их часом не уморил? Да нет, сидят в трюме заперты. Ну давай, веди бабу к нам. Давай. Ой, Елена Андреевна, рад приветствовать вас на борту своего судна. Хотел предложить вам небольшую вечернюю экскурсию по реке. Как он отсутствует? Я рад, что вам нравится. У меня есть еще кое-какие дела, а пока несколько снимков, с вашего позволения. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я, так сказать, на память. Вот. Так. Сколько энергии в этом вашем взгляде, Елена Андреевна. У меня такое впечатление, что вы меня ненавидите. Напрасно. Я вам совсем не враг. И вы очень скоро в этом убедитесь. Спасибо за фотосессию. Колян, отведи. Да, и сними скотч. Ну, не здесь, там. Хорошо. В трюме. И дай им воды. Хорошо. Мы же не звери. Телефон, указанный в письме, мы пробили. Он зарегистрирован на имя жительницы Макарьевска Зинаиды Гусевой. Компьютер, с которого было отправлено сообщение, также находится в доме Гусевой. Что касается бизнесмена Лосева, то из Макарьевска уже давно поступают тревожные сообщения. Лосева полгода назад взяли в разработку. И каковы результаты? Наш человек Макарьевский пытается внедриться в ближайшее окружение Лосева. Уже доказан ряд противоправных действий со стороны Лосева и его компаньона, столичного бизнесмена Ильи Степанова.
Также есть данные, что начальник местной полиции, полковник Шерстнев, тесно связан с криминальной группировкой Лося. Что по заводу? Второй претендент на покупку завода – бизнесмен Михинкевич. Человек Лосева. Что выясняли насчет Елены? Где в данный момент находятся Елена Павлова и Андрей Золотов, установить пока не удалось. Но мы работаем по этому вопросу. В ближайшее время будет результат. Я понял, Петр, спасибо большое. Самое главное сейчас найти Елену. Получил фотку? Ой, только ты не нервничай. Считай, что и твоя Елена просто у меня в гостях. Да, и с ней все в порядке. Пока. Но теперь ты понимаешь, что встретиться с тобой нам просто необходимо. И потом. Илья, мне сейчас меньше всего нужны конфликты с кем бы то ни было. Особенно с тобой. Я просто хочу уладить недоразумение, возникшее между нами. Лось, отпусти Лену. Отпусти ее сейчас же. Да. Да, как только мы с тобой встретимся, Елену Андреевну сразу же отпустят. Даю слово. И она сама тебе позвонит. Ну, а дальше сам решай. Но я думаю, что ты человек не глупый. А мы с тобой договоримся. Что говоришь? Вот, видишь, ничего другого я от тебя не ожидал. На связи. Ну, что сказал Руслан? Они готовы. Руслан все сделает чисто. Женя был скромный, даже робкий. Но любил меня по-настоящему. Мы с ним в кино ходили. В перерывах между лекциями целовались на набережной. Потом я встретила парня с филологического. Он был красивый, стильный, очень уверенный в себе, как рок-звезда. Ну, а я была молодая, глупая и, в общем, вышла за него замуж по большой любви. А уже спустя полгода застукала их в своей кровати. Со смазливой первокурсницей. Ну вот. Так и закончилось мое замужество. Понятно. А ты? Был женат? У меня была девушка, мы с ней год встречались, даже заявление подали. Но арест, суд, тюрьма. Все из-за меня. Нет, не из-за тебя. Я ведь всю жизнь атеистом был. А вот теперь уже не уверен. Может, там и... Правда, есть кто-нибудь, кто свел нас с тобой второй раз? Зачем он это сделал? Может, у него очень хорошее чувство юмора. Мне как-то не до смеха. Мне тоже. Я не знаю, чем это все закончится, но я хочу, чтобы ты знала. Я тебя люблю. Лена.
Руслан звонил. Как я и говорил, сработали чисто. Степанов погиб. Разбился на своем автомобиле. У ментов к нам вопросов нет. Ну что ж, похоже, ничья вырисовывается. Почему это ничья? Ну, конечно, если только ферзь не возьмет ладью. Пиццу любишь? Да, наверное. Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь. Да прекрати, я твое состояние хорошо понимаю. Меня тоже год назад парень бросил. Тебя? Да ладно. Да. Мы с ним встречались 2 года. Он джазовый музыкант. И, кстати, это он стал первым называть меня Стеллой. Ему очень нравилась джазовая баллада «Stella by Starlight». Ой, я думала, Стелла — это твое настоящее имя. Теперь да. А раньше меня звали Светланой. И знаешь, Дин, я так его любила, ходила на все его концерты. Хотела быть ближе к нему. И знаешь, мне казалось, что он тоже меня любит. А что потом случилось? Да ничего, его позвали работать в Штаты, и он укатил, позабыв о своей Стелле. Мы ведем репортаж с места событий. Сегодня в автокатастрофе погиб известный предприниматель, меценат, создатель фонда «Милосердие для всех» Илья Степанов. А далее в нашем выпуске новости спорта и культуры. Прости, Зин, мне нужно бежать. Куда бежать? Да, привет, Тимур, слышал. Да, все мы смертные. Слушай, сегодня встретиться не смогу. Нужно выполнить одно обещание. А завтра подъеду за деньгами. Давай, на связи. Куда же? Куда? Сказано, пиво неси в трюм. Колян покажет. Какая-то движуха началась. Свадьбу, что ли, справлять собрались? Или поминки? Пора ли приобщить к нашей трапезе Елену Прекрасную? Приведи. Сидим. Хорошо сидим. Ты пойдешь со мной. С тобой поговорить хотят. Мураев, а ты, как я посмотрю, снова на побегушках, да? Оставьте ее в покое. Поговорите со мной. Ну, говори. Андрей! А ты, я смотрю, золото вообще не изменился, да? Че ты мне нервы делаешь? Не переживай, с твоей бабой все будет нормально. Отвечаю.
Здравствуйте, Елена Андреевна. Я пригласил вас, чтобы вы своим присутствием скрасили нашу мужскую компанию. Может, бокал виски? А может, хватит? Смотреть тошно. Извините. Мы люди провинциальные, к светским манерам не приучены. Ну что ж, перейдем сразу к делу. Как вы понимаете, я давно мог бы убить и вас, и вашего спутника. Но сейчас мне это совершенно ни к чему. Вот. Вот запись с видеорегистратора в этой вашей машины, который доказывает, что вашего юриста и водителя убил не Андрей Золотов, а залетный рецидивист Шарпей, который давно в розыске. Добрый вечер. Самурай. Когда тачка остановилась, водитель стекло опустил. Но я мужиков и зажмурил. Думал, она на заднем сиденье. Стекла у них тонированные и дождь еще. Ни хрена не видно, сколько людей в салоне. Я дверцу открыл, а там нет никого. Ну, как вы понимаете, у меня есть и другие доказательства невиновности Андрея Золотова. И я вам их с удовольствием предоставлю. И что вам нужно от меня? Вот тут мы подошли к самому главному. Я предлагаю вам сделку. Сделку? Какую сделку? Вы откажетесь от покупки завода и навсегда забудете о недоразумении, возникшем между нами. А еще, успокойте вашего друга прокурора. Я думаю, это для вас не проблема. А взамен что? Я вас отпущу. Ну, конечно. И вас, и вашего Андрея. Как только мой человек оформит покупку завода. А к тому же я предоставлю доказательство невиновности Андрея Золотого в убийстве вашего юриста и водителя. Вам ничего делать не придется. Просто нужно отойти в сторону. А если я откажусь? Елена Андреевна, в любом случае я вас не убью. Но в случае отказа мне, как законопослушному гражданину, придется передать опасного преступника Золотова в руки полиции. И я держу пари. Его убьют при попытке к бегству. И ваш друг прокурор ничего сделать не сможет. Все будет по закону. А я не верю. Что вы нас вот так просто отпустите, если я соглашусь? Вы хотите гарантии? Разумеется. Ну что, принес? Ствол чистый, как и просил. Прекрасно. Оставь ее отпечатки пальцев на рукоятке. Ну что вы, Елена Андреевна? Елена Андреевна, не волнуйтесь. Ну и поаккуратнее, это все-таки дама. Да? Да спокойно, не дергайся. Вот так. Хорошо.
Простите, Лена Андреевна. Знаете, он меня разочаровал. Слишком много болтал и мало работал. Но зато теперь, Елена Андреевна, у меня серьезная улика против вас. Пистолет с вашими отпечатками, из которого вы хладнокровно застрелили полковника полиции при исполнении. Ты сумасшедший. Да? Завтра утром тело шерифа найдут в лесу. Ну, а дальше вы знаете, как работает система? Пока этот ствол в надежном месте, вы мне не делаете проблем. Ну, вы же не хотите, чтобы этот пистолет нашли где-нибудь в лодке Золотова, которую он легкомысленно бросил где-то на берегу, или в доме Зинаиды Гусевой, где тоже полно ваших отпечатков. Ты думаешь, что это сойдет тебе с рук? Не знаю. Понимаете, я просто хочу спокойно заниматься своим делом. Не надо смотреть на меня, как на врага. Вы хотели гарантии? Так вот, смерть шерифа – это гарантия вашей безопасности. Ну, конечно, если вы будете молчать. Подумайте об этом. До утра. Пароход причаливает ровно в 6. Проводи. Что она сказала? Она хоть представилась? Я ее не видел. Дежурный говорит, приехала на мотоцикле, молодая, красивая. Передала документы и флешку. Сказала, что дело касается Елены Павловой. Вы в курсе? Да, тут полный расклад. Вся финансовая отчетность криминальной империи. У Лосева и Степанова. И не только. Сурмрай, давай помянем раба Божия Павла. Ну что ты, он же умер. Ты в натуре этих двоих отпустишь? А что ты предлагаешь? Грохнуть Павлову? Если бы я знал, что она в таких отношениях с прокурором, проще было бы этот завод спалить и новый построить. Ну, да, да. Наверное, ты прав. После смерти Валерьевича проблем только прибавится. Теперь же надо его бизнес как-то к рукам прибрать. Вот-вот. Конфликт с областью нам сейчас ни к чему. И, конечно, доказательство того, что машину Павловой расстрелял не Золотов, а залетный мокрушник, нам на руку. Менты быстро все закроют. Главное сейчас одно, чтобы все скорее улеглось. А там как карта ляжет. Он сказал, что если я соглашусь, он нас отпустит. Я не уверен, что нас оставят в живых, если ты согласишься. Ничто не помешает Лосю убить нас потом, когда все уляжется. И даже если он решил нас отпустить, то как жить с осознанием того, что этот подонок заставил нас присесть под свою дудку? Да пошел он. Он еще ответит за смерть твоих ребят в машине. И что мы будем делать? Евгений Александрович,
Теплоход Лосева 4 часа назад отчалил от пристани. Обратно прибудет в 6 утра. Павлова и Золотов на борту. Продолжай следить за оперативной обстановкой и держи меня в курсе. Фролов, срочно собирай своих бойцов и едем в Макарьевск. Что там у Лысова? Как дела? Что адвокат говорит? Сейчас, братик, извини, перезвоню. Замнет, никуда не денется. Она ведь понимает, что если заортачится, то Золотову конец. А ведь она его любит. Понимаешь? Любит. Видал, как она затряслась, когда я сказал, что его грохнут при попытке к бегству. Ты вот скажи мне, почему бабам такие, как Золотов, нравятся? Ну, кто он? Мужик, как мужик, обычный. А Зинка, вон, смотри. Всем ради него рискнуть была готова. И Павлова туда же. Ну ладно, Валерич, у него хоть бабки есть. А у этого-то чё? Зморай, я тебе что, семейный психолог, что ли? Бабы, они вообще вне логики. Кто их разберет вообще? Еще раз подчеркиваю. Прежде всего, безопасность Павлова и Золотова. С ними ничего не должно случиться. Задача понятна. Работаем! Опять мы с тобой в лодке. Забавно. И кажется, что в целом мире никого, кроме нас двоих, да? Ну что, причаливаем к берегу? Капитан, сушить весла. Есть сушить весла! Что, серьезно? А дальше что? Дальше жизнь. Взяли 12 человек. Наших потерь нет. На борту обнаружен труп полковника Шерстнева. А Елена? Елена Павлова? Евгений Александрович, Павлова и Золотова на борту не обнаружено.
Помнишь, как ты говорил? Как на качелях. Внизу вода, наверху небо. Она снова появилась. Твоя бригантина? Да. Видишь, вот, вот это облако. Прямые паруса на фок-мачте и косые на грот-мачте. И они подняты. Ты это видишь? Вижу. Правда вижу. Паруса в небе. Это знак. Знак того, что все у нас с тобой будет хорошо. Понимаешь? Так, ну что у тебя? Вижу их, Евгений Александрович. Так точно, в лодке. Двое, мужчина и женщина. В порядке. Целуются. Что-что? Целуются.